Сегодня мы продолжаем серию сюжетов о жителях региона, чья профессия постоянно связана с риском для жизни. Эти люди пережили множество чрезвычайных ситуаций и могут посоветовать всем нам, как уберечь свою жизнь в условиях пандемии. На счету главного специалиста-взрывника аварийно-спасательного отряда области Леонида Терентьева десятки выездов на обезвреживание взрывоопасных предметов. Каждый выезд специалистов сопряжен с риском, особенно если это огромная с тонну весом авиационная бомба. Был случай в 2015 году, период реконструкции газопровода в районе, в Балаговском районе деревни Хатилово. Экскаватором в частном небольшом карьере на строительной площадке была выкопана авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом 1 тонна. Это очень опасно, раз. И второе, не было прямой доступности к взрывателям, которыми эта авиабомба была оснащена. Все работы на данной площадке были срочно остановлены. Мы, получив сигнал, выдвинулись для ликвидации последствий обнаружения данного взрывоопасного предмета. Ну, грубо говоря, подготовительная работа была проведена в течение 3 часов. Были задействованы все экстренные службы не только района, но и области. Эта авиационная бомба была подорвана на месте обнаружения. В эти дни самоизоляции тверские спасатели несут службу и готовы выехать по каждому тревожному звонку. Главный их совет землякам – сохранять спокойствие. Это первое испытание для живущего поколения. И такое серьезное. Нужно ответственно подойти к рекомендациям, к советам. Самое главное – не паниковать.